«Быть человеком важнее, чем зарабатывать деньги» — это фраза всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии мира Мухаммеда Юнуса на протяжении долгих лет во многих странах стала основополагающей концепцией человеческого капитала. Мухаммед Юнус, занимающий второе место в рейтинге 100 глобальных мыслителей, донес до общественности свои достижения и опыт посредством книги «Банкир для бедных». Эта книга, из которой любой может извлечь урок, стала доступна и азербайджанским читателям. Международный фонд «Евразия Пресс», принимающий во внимание глобальную важность концепции и мысли этой книги, которую с нетерпением ждут читатели, вручил Мухаммеду Юнусу Али премию за его труд. Мухаммад Юнус – представитель людей, которые способны изменить мир. Его жизнь в целом можно считать учебником. Это учебник для людей всего мира, школа жизни. После того, как я прочитал эту книгу, я понял, что она уникальна. Книга повествует о человеческой драме жизни в нищете в деревне Джобра в далеком Бангладеш. Джобра в реальности символизирует нищету, голод, обреченность, существующие во всем мире. По мнению автора, в основе всех конфликтов на Земле лежит неэффективное распределение мировых ресурсов. Все обеспокоены зарабатыванием денег. Весь мир находится в руках богатых людей. В то время как в руках богатых концентрируются огромные суммы, у бедных нет ничего. Из-за этого в людях зарождаются чувства ненависти и неспособности себя обеспечить. Это становится причиной конфликтов. Мы должны работать над системой по решению этой проблемы. Учредитель Grameen Bank Мухаммед Юнус направил деятельность этой организации на уменьшение неравенства между слоями населения в родном Бангладеш, а также на обеспечение ресурсами бедных слоев населения. Grameen Bank – микрофинансовый феномен, используется в качестве модели в более чем 100 странах мира. А профессор, добившийся больших изменений в социально-экономических сферах, отметил важность работы всего общества для борьбы с социальным расслоением граждан. 1% населения в мире владеет 99% всех ресурсов, существующих на Земле. Мы должны равномерно распределять благо среди людей. Справедливое распределение должно быть поддержано людьми. Банкир для бедных Мухаммед Юнус родился в 1940 году в Бангладеш в мусульманской семье. Юнус, близко знакомый с жизнью всех слоев бенгальского населения, смог донести проблемы общества с трибун таких важных международных организаций, как ООН. Лауреат Нобелевской премии Мухаммед Юнус рассказал о своем отношении к экономическим процессам, протекающим в Азербайджане во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил коренные реформы и процессы развития, происходящие в стране под руководством Ильхама Алиева, а также сообщил, что находится под глубоким впечатлением от происходящих в стране позитивных изменений. Эсмира Алиева, Сулейдин Багиров, Ильман Набиев, CBC.